В регионе появятся зеленые маршруты. Одноименный проект «Волонтеры Победы» запустили вместе с Министерством культуры в мае, и реализовывать его начнут совсем скоро. По условиям программы команды в своем регионе отбирали лучшие маршруты для природоориентированного отдыха. В эту субботу волонтеры приведут туристические тропы в порядок, уберут мусор и займутся благоустройством. По стране в этом направлении работает 191 команда, включая 5 наших групп. Зеленые маршруты будут располагаться в Ивановском, Тейковском и Шуйском районах, а также в Плёсе. На чистые тропы команды выйдут 15 июля и проведут в походе от 2 до 5 дней. Наиболее интересные маршруты определят по видеороликам. 3 лучших команды будут награждены поездкой в один из регионов победителей. В Иваново зеленая тропа будет проходить по реке Увать. Это Увательское водохранилище. По большей части тропа там не такая и длинная, она около 3 километров, но там свежий воздух, природа, которой так часто нам не хватает, чтобы отдохнуть.